Приветствую вас, дорогие зрители. Чтобы не пропускать горячие новости, советую подписаться на канал и включить колокольчик. Российский диктатор Владимир Путин никогда не сможет оккупировать всю Украину. Об этом заявил президент США Джо Байден. Как подчеркнул американский президент, российский диктатор не сможет оказаться в сильной позиции и захватить Украину потому, что для противодействия ему объединились США, их союзники, партнеры и украинский народ. Наше единство внутри страны и наше единство с союзниками, партнерами и украинским народом посылает Путину безошибочный сигнал. Ему никогда не удастся доминировать и оккупировать всю Украину. Этого не произойдет, заявил Байден. Мы не знаем, как долго продлится эта война, но когда мы приближаемся к двухмесячной отметке, вот что мы знаем. Путину не удалось реализовать свои грандиозные амбиции на поле боя, продолжил Байден. Президент США подчеркнул, что после нескольких недель обстрелов Киева, Киев стоит. Президент Зеленский и его демократически избранное правительство по-прежнему остаются у власти, а украинские вооруженные силы, к которым присоединились отважные украинские граждане, предотвратили завоевание России их страны, констатировал Байден. Оккупационная армия Путина вторглась в Украину 24 февраля. Россияне планировали захватить и уничтожить украинское государство за несколько дней. Все их планы были разрушены благодаря героическому сопротивлению украинского народа и помощи зарубежных партнеров, которые поверили, что украинцы не сдадутся и могут сражаться с превосходящими силами врага. Оцените качество новостей лайком или дизлайком, а также напишите комментарий. До встречи!